Кому и с какой периодичностью следует проверять почки? Кому и с какой периодичностью следует проверять почки? Почки – жизненно важный орган, главный и мощный фильтр нашего организма, выводящий из крови токсины, шлаки, микробы. Поэтому здоровье почек мы контролируем с самого рождения и всю жизнь. Во время профилактического осмотра врач всегда назначит исследование для оценки здоровья почек. С какими симптомами к врачу немедленно? К сожалению, даже начальные стадии хронической болезни почек имеют асимптомное течение. Поэтому чаще всего патологию выявляют случайно, по неспецифическим признакам или по результатам биохимического анализа крови, высокими показателями креатинина и мочевины. Потому и нужно регулярно обследоваться у врача и обращать внимание на любые изменения. Частые и болезненные мочеиспускания. Цвет мочи, наличие примесей и количество мочи при обычном режиме питья. Отеки конечностей. Зуд и изменение цвета кожи. Нужно ли проверить почки после болезни и приема лекарств? Так, определенное лекарство повышает нагрузку на почки и даже может оказывать токсическое воздействие. Но самым опасным является лекарство, которое вы принимаете бесконтрольно, по самоназначению. Какие хронические заболевания требуют регулярного контроля функции почек? Это особенно важно при артериальной гипертензии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, подагре, мочекаменной болезни, системных заболеваниях соединительной ткани, после перенесенной при эклампсии, эклампсии, низком весе при рождении 2500 грамм. Какие анализы нужно сдавать для контроля здоровья почек, даже не имея симптомов? Обычно назначают общий анализ мочи, микроскопию осадка мочи, соотношение альбумин-креатинин в моче, бактериологическое исследование мочи. Для оценки функционального состояния почек необходим расчет скорости клубочковой фильтрации на основании сывороточного креатинина, по показаниям на основании цистатина С. Но в каждой клинической ситуации могут потребоваться дополнительные обследования, например, УЗИ, КТ и так далее.